Когда-то Леонид Фадеев, поэт, и Юрий Антонов, композитор, написали ее, и с тех пор так хорошо быть Настей. Я хочу, чтобы это А уж после того, как сегодня Сергей Лазарев эту песню снова исполнит для нас, я думаю, она получит свое очередное рождение. Хотя все будет зависеть от оценок жюри. Итак, Сергей Лазарев, Анастасия. Распахнув мне настежь, ты явилась весны красивей. Птицы в небе щебечут, Настя, травы вторят, Анастасия. Счастлив я, покоренный властью этих глаз васильково-синих. Губы с нежностью шепчут, Настя, сердце вторит, Анастасия. Я хочу, чтобы эта песня не кончалась, и, услышав, ты спросила, не мое ли имя прозвучало. Я хочу, чтобы эта песня не кончалась, и, услышав, ты спросила, не мое ли имя прозвучало. Это может во сне присниться и оставить свой след навечно, как поток золотой пшеницы тихо льется тебе на плечи. Каждый сам выбирает счастье, об одном бы судьбу просил я. Ты отдай мне в невесты Настю, дай мне в жены Анастасию. Я хочу, чтобы ты спросила, не мое ли имя прозвучало. Я хочу, чтобы эта песня не кончалась. И, услышав, ты спросила, не мое ли имя Спасибо огромное. Обратите внимание на то, как артист оделся в стиле. Костюм по моде той эпохи. Очень красивый. Конечно, причесочка современная слишком, ну, я бы сказал. Я ее пытался как мог. Дело в том, что, безусловно, стригся я не перед съемками, а заранее. Вот. Но пытались максимально мы хотя бы, ну, передать какую-то эстетику из того, что было, как говорится. Не стал я парики надевать, но не нужно это. Тем более, что все это лишь для того, чтобы немного дополнить и прочувствовать. Шнуровой микрофон, обратите внимание. Да, сегодня все это с радио выступают или вообще с вот этими вот хедсетами здесь. А вот тут все полностью олдскульно. Сергей Лазарев, давайте начнем с Татьяны Владимировны. Спасибо. Сережу я очень люблю, он знает по какой причине. Это было 13 лет назад, когда
задумывался ансамбль, который еще не имел названия. И там было 4 человека, а потом в процессе наших занятий оказалось 2. И стали смешем. Да, действительно, мы занимались с Татьяной вокалом, и действительно, это было так давно, как казалось бы. Да, в 2000 году. Вы прекрасно выглядите, я вас очень рад видеть. Спасибо огромное. Да, спасибо большое. Я тебя очень люблю, за тобой слежу. Слежу пристально. Спасибо. Так, теперь... Вот, Павел Акимович. Ну, просто я хочу сказать, что у меня нет совершенно вопроса к вашему пению и к эмоциональности, и к костюму, и к микрофону со шнуром, но у меня есть очень серьезный вопрос по аранжировке. В советское время просто таких звуков не было. Поэтому вот в аранжировке... Нет. Если мы говорим о советской песне, и если вы специально одеваете костюм и берете микрофон со шнуром, то надо понимать, что в советское время просто этой электроники не было. И здесь должен звучать оркестр, должны звучать скрипки. А это просто аранжировка сегодняшнего дня. И это во мне, как музыканта и человека, который умеет сам писать аранжировки, вызвало такое неприятие. И все-таки, учитывая что ваш талант, я нажму зелёный. Спасибо. Это нужно делать было тогда в стиле того времени, нет? Я, наверное, прав. Того, как тогда это звучало. Или если это сегодняшний день, то это уже сегодняшняя песня. Андрей Дмитриевич, будьте добры, выставите Сергею, пожалуйста, оценку. Сережа, я давно за вами слежу и радуюсь. Как всегда, начал издалека. Нет, нет, я хочу сказать, что он всегда в образе. Это очень важно. На эстраде есть две вещи, которые должны быть необходимы. Это... голос, и это обаяние. У него все есть. Мне понравилось. Я, Палат, милый, я, может, что-то не понимаю, может, аранжировка другая, но я слушал песню, и я слушал песню, уходил в те времена, когда она была создана. Вот. Конечно, приходит время другое, и другие бывают аранжировки, другое понимание, другое воплощение, но то, что он сделал прекрасно. Оп, да. Спасибо. Вадим Шмулерман. Так, как-то так... очень загадочно смотрит сейчас на Сергея Лазарева со своего места. Вадимович, можно, пожалуйста, сначала кнопку, потом слова? Спасибо большое. Я давно хотел познакомиться лично с Сережей. И сегодня это произошло. И желаю ему в дальнейшем процветать и процветать, покорять новые вершины. Что меня порадовало сегодня, кроме того, что я узнал свой голос в Сереже. Да, это мой голос в 60-х годах. Это... И вы знаете, и еще одна небольшая деталь, потому что действительно блестяще он все сделал. Еще одна большая, небольшая деталь, которая мне приятно вот, тронула, это жабо. Да, обратите внимание, пожалуйста, он его закрывал микрофон, возможно, не все зрители дело оценили. Дело в том, что жабо в то время носил и Муслим Магомаев, и я. Я должен сказать, что нет слов, я не хочу много говорить, просто сегодня было блистательное исполнение этой песни. Спасибо, спасибо большое. Огромное. Спасибо. Я еще хочу сказать огромное спасибо Юрию Антонову за то, что, в общем-то, эта песня была создана, и то, что я сегодня ее имел возможность спеть. Да, кстати, между прочим, вот это очень серьезный вопрос. Ведь Юрий Михайлович, как мы все знаем, он очень трепетно относится к исполнениям своих песен, и, как правило, артисты, они должны спрашивать разрешение. Я спросил разрешение, да, я спросил разрешение, и мне разрешили. Поэтому я сегодня с разрешением пел эту песню. Юрий Михайлович, спасибо огромное. Я надеюсь, что я вас не подвел. Спасибо. 4 балла от нашего строгого жюри заработал только что Сергей Лазарев.